С начала этого года в Славянском районе произошло 15 пожаров, в результате которых погибло 4 человека, один человек пострадал. Всего на тушение очагов возгорания славянские огнеборцы выезжали 91 раз. Основная причина возникновения пожаров на данный период времени – сжигание травы и бытового мусора на придомовых территориях. В Славянской пожарной части ежедневно на боевое дежурство заступают 6 пожарных расчетов. Всего машин 21, 3 из которых оборудованы по последнему слову техники. Здесь у нас аварийно-спасательный инструмент гидравлический. Время прибытия к месту происшествия от 4 до 8 минут. Но даже за столь короткий промежуток времени пожар может привести к серьезным последствиям. Поэтому лучше не допускать возгорания. Для этого необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. В весенний период не сжигать листья и бытовой мусор на своих придомовых территориях. За это могут привлечь к административной ответственности. Сначала вынести предупреждение, а потом выписать и штраф. На граждан предусматривают либо предупреждение, либо штраф от 1000 до 2000 рублей. Значит, на должностных лиц от 6 до 15, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Если в районе будет введен особый противопожарный режим, штрафы увеличатся в несколько раз. Берегите свою жизнь, имущество и кошелек. Помните, огонь – это неуправляемая стихия, и безответственное отношение к ней и правилам пожарной безопасности ни к чему хорошему не приведут. Телефоны службы спасения 01 с мобильного 010. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».